Вот такая орека красавица их. Здесь две штучки сегодня. Всего-то 50 рублей. Рядышком очень много красавиц таких вот у нас стоят. Радермахер тоже по 50. Яркие листики, хорошие, не измученные, хорошо выглядят. Да и орека неплохо выглядит за 50 рублей. Дальше несколько агланемок. Вот еще. Агланемушки чудные какие сегодня. Всего-то 50 рублей. Вот они почему-то разные. Вот так. Не знаю, от чего окрас зависит, но они разные. Оценка, конечно, сегодня дешевенькая очень. В прошлый раз такие же были по 190 рублей. Ну, у меня есть две веточки, но думаю, наверное, еще возьму. Вот это, конечно, красиво, если она действительно другая. Возможно, это, кстати, вот последний лист, он очень похож. Наверное, от солнца зависит. Примула, розовая красавица. Touch me. 80 рублей. Большой букетный вазончик. И цветы хорошо выглядят, еще свеженькие. Красивые. Много подиумов, кротончиков. 80 рублей. Но они в основном желто такого зеленого с оранжевым окраса. Антуриумы цветут сегодня и радуют. Насколько я знаю, это цвет оранж. Яркий. Посмотрим на цену. 60 рублей. И много красных. Тоже за 60. Узмани 150 рублей. Красавица Кузмания. Вот такой подиум еще один за 60 нашла. Он тоже желтый с оранжевым. Хороший экземпляр. Неплохо смотрится. Ну, много сегодня разных растений. Здесь вот зигопиталумы вижу. Много орхидей. Красавец, мультифлорочка. Пятнистые. Такая розовая зебрушка. Ну, опять карамельные камбрии. Большой выбор орх сегодня. Ну, камбрия какая. Луковичка огромная.
красавица. Такой вот чудный экземплярчик, всего-то 200 рублей, драценочки, волосатенький, с крупным листом. Хорошо выглядит. Понравилось мне. Горшочек высокий. Написано 70 сантиметров. Хороший экземплярчик аспаракуса. Аспаракуса 50 рублей. Неплохой экземплярчик. Немножко вот здесь желтеет уже. Ну, в общем, еще неплохой. Такая сегодня красавица брассия за 200 рублей. Парящая звезда шоколадного цвета с ванилью. Красивый цветок. Неплохая луковичка, такая большая. Красивая. Гордыни много сегодня уценили. Целый вот поддончик. Я нашла один экземпляр даже с бутоном. 40 рублей. Здесь вот несколько веточек. Неплохой экземплярчик. Много-много. Море гиацинтов. Красавчиков. Чудный аромат стоит. Разных цветов. Луковички. И цена у них всего 30 рублей. Вон прелесть какая. Какой аромат чудный. Ой, такое ощущение, что не осень дождливая началась, а весна. Так как гиацинт обычно весенний цветок. Ой, какая красавица желтая. Нарцисс чем-то напоминает. Отличное соцветие. Два. Отличная корневая системка. Красавица орхидейка сегодня. Несколько интересных орхидеек сегодня. Это еще красавица. Уже 200. Огромные такие корни вертикально растут. Интересные. Что здесь еще? Ой, какой красивый тоже. Огромный цветок.
даже не знаешь, на кого обратить внимание. Все красивые. Ой, какие красавицы пятнистые. Мультифлорки. Много очень снова нефролеписов. 60 рублей всего. Вот такие достаточно зелененькие, хорошенькие. Их несколько штучек. Много снова фиалочек. А вот эта красавица какая-то. Вот эта вот фиалочка очень интересная. В двух тональностях. И есть такая же еще розовая. Цена сейчас посмотрим. 50 рублей. Интересные две фиалочки. Эта чернильная мне понравилась. Она очень ярко смотрится, контрастно. Розовая, может быть, просто уже отцветает, не так ярко смотрится. Еще один такой очаровательный нефролепис. За 50 рублей. Вот такой вот еще милашка экземпляр. Триколорные драциночки с розовым. За 50 рублей. Ну, ценочка сегодня тоже удачная. Цены невысокие. Много колонхоек.